был оплачен около 2 миллионов рублей. Всем людям, которые принимают активное участие в общественной жизни коллектива и дома. Поэтому для того, чтобы выявить имеющихся действительно работающих людей и тех, не тех, кто просто прикрывается этим льготой, вот будет принято такое решение. Сейчас списки утверждены главой управы, и они будут оплачиваться. А где можно увидеть вообще сколько этих домов? Мы вообще не знаем, вы ни разу не пришли, не познакомились, не выехали в дом. Я вас каждый день вижу на собрании.